Всем привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. В сегодняшнем видео я хочу показать вам, как я связала вот такой вот очень красивый жаккардовый узор. Это у нас такие вот цветочки, да? Вяжу я жаккард, получается, по всему поголенку и вот с передней только части. Давайте вместе попробуем связать. Довольно-таки легкая схема, я думаю, что вы справитесь, даже если вы только начинаете вязать. Вязать я буду, как всегда, на 5 спицах. Спицы у меня номер 2,5. И вяжу я на размер 37. Вот, еще раз покажу, как все это смотрится. Вот так вот. Если вам понравился узор, давайте уже вместе приступим к самому вязанию. Также хочу отметить, что на каждую спицу я буду набирать по 12 петель. По 12 петель набрали, провязали резиночку, привязали нить другого цвета и уже начинаем сейчас вязать. Итак, я провязала уже резиночку. В моем случае она опять идет чисто символическая, потому что у нас с вами раппорт самого узора в высоту довольно-таки высокий, состоит из 32 рядов. Вот, поэтому в своем случае я высокую резинку не вязала. Вы смотрите, конечно, по своему усмотрению. Если вам нравятся резиночки повыше, провяжите сначала резинку, какая вам нравится, да, высота. И уже после этого присоединяйте нить и начинаем уже вывязывать сам узор. Также хочу обратить ваше внимание, что цвета я всегда выбираю контрастные. Это очень важно для того, чтобы рисунок действительно смотрелся более отчетливо. Итак, вот присоединяю нить, вы можете ее привязать, я ее пока просто вот так вот, как бы сзади ее присоединю, да, вот так вот, придерживая. А потом я уже ее, в принципе, привяжу, когда дойду опять до начала ряда. Итак, первый ряд мы вяжем с вами следующим образом. Начинаем с 3 петелек бежевым цветом. Вяжем. 1, 2 и 3. Хочу сразу обратить ваше внимание, что вязать нужно довольно-таки свободно, чтобы изделие у вас не было стянутым. Это всегда очень важно, когда вы вяжете жаккарды, потому что если вы будете нити перетягивать, да, у вас просто все изделие потом будет стянутым. Итак, 3 бежевым цветом провязали, потом одну петельку провязываем зеленым цветом. Потом мы с вами вяжем 2 петельки бежевым цветом. 1, 2. Потом 2 петельки мы вяжем с вами опять зеленым цветом. 1 и 2. И потом вот эти вот оставшиеся 4 петли мы провязываем с вами просто бежевым цветом. 1, 2, 3 и 4. Прелесть данного узора состоит в том, что вы вот этот вот узор, да, который мы сейчас с вами связали, повторяете на всех ваших спицах. То есть полностью вяжете одинаково. Давайте сейчас провяжем полностью так ряд и возвращаемся на втором ряду. Так, второй ряд, мои дорогие, мы вяжем с вами следующим образом. Начинаем с 2 петелек бежевым цветом. Так, вяжем. 1, 2. Одна зеленым цветом. 2 петельки бежевым. 1, 2. Одна зеленым. 2 петельки бежевым. 1, 2, одна зеленым, 2 петельки бежевым, 1, 2, и заканчиваем одной петелькой зеленым цветом. То есть идет такое своего рода чередование, да, у нас? Вот. Провяжите вот так полностью ряд. Так, третий ряд, мои дорогие, мы начинаем с вами с одной петельки зеленым цветом, потом мы вяжем с вами одну бежевым цветом, потом одну зеленым цветом. Далее мы вяжем 2 петельки бежевым цветом, одну зеленым цветом, 2 петельки бежевым цветом, одну зеленым цветом, 1 петельку бежевым цветом, и последние 2 петельки у нас с вами идут зеленым цветом. Вот. Провяжите вот по вот этому рисунку полностью так ряд. Так, следующий ряд, мои дорогие, мы опять начинаем с вами с одной петельки зеленым цветом. Далее мы вяжем с вами 2 петельки бежевым цветом. 1, 2. Потом 2 петельки зеленым цветом. 1, 2. Потом мы вяжем с вами опять 2 петельки бежевым цветом. 1, 2. Потом 1 петельку зеленым цветом. Потом опять 2 петельки мы вяжем бежевым цветом. 1, 2. И последние 2 петельки мы провязываем с вами зеленым цветом. 1 и 2.
Вот, провяжите по этой схеме полностью ряд. Так, следующий ряд, мои дорогие, здесь будет у нас небольшая с вами протяжечка, но сейчас я покажу, как мы ее спрячем. Начинаем с одной петельки зеленым цветом, далее все петли до последних двух мы провязываем с вами бежевым цветом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот, сейчас последние две петли мы с вами должны провязать зеленым цветом. И смотрите, чтобы протяжка у нас не сильно, как бы, да, была видна, мы с вами обязательно вот так вот снизу ее подхватываем, да, чтобы она у нас снизу легла. Вот еще раз покажу, вот они, да, наши две нити, и мы вот эту вот обязательно за белую нить, да, как бы вот снизу ее провязываем. Вот, видите, у нас как бы протяжечка с вами вот как она легла. Но здесь очень важный момент, не затягивать сильно, чтобы изделие потом не было стянуто. Вот. Вот по этой схеме сейчас провяжите полностью так ряд. Так, следующий ряд мы провязываем с вами следующим образом. Начинаем с одной петельки зеленым цветом, потом одна петелька у нас с вами идет бежевым цветом, далее две петельки зеленым, раз, два, потом три петельки бежевым цветом, раз, два, три, потом опять две петельки зеленым цветом, раз, два, потом одна петелька бежевым цветом и последние две петельки мы провязываем с вами зеленым цветом. Вот. Провяжите по этой схеме полностью так ряд. Так, следующий ряд, мои дорогие, мы провязываем с вами по следующей схеме. Начинаем с одной петельки бежевого цвета, провязали, потом вяжем 4 петельки зеленым цветом. Раз, два, три, четыре. Потом одна петелька бежевым и опять 4 зеленым. Раз, два, три, четыре. Потом одна петелька бежевым и одна петелька последняя у нас с вами идет зеленым цветом. Вот. Провяжите так полностью ряд. Так, следующий ряд, мои дорогие, мы начинаем с вами с 5 петелек зеленым цветом. Провязываем. Раз, два, три, четыре, пять. Потом провязываем одну бежевым цветом. Потом опять 5 зеленым цветом. Раз, два, три, четыре и 5. И последняя петелька у нас с вами идет бежевым цветом. Вот. Итак, следующий ряд, мои дорогие, мы начинаем с вами с 4 петелек зеленым цветом. Раз, два, три, четыре. Потом вяжем 3 бежевым цветом. Раз, два, три. Потом опять 4 зеленым цветом. Раз, два, три. 4, и последняя петля у нас с вами идет бежевым цветом. Вот так вот. Так, следующий ряд, мои дорогие, мы начинаем с одной петельки бежевым цветом. Так, раз. Потом одну провязываем зеленым. Далее все до последних 3 петелек мы с вами будем вязать бежевым цветом. Итак, раз, два, три. 4, 5, 6, 7. Вот до последних 3 дошли. Потом одну мы провязываем с вами зеленым цветом, одну бежевым цветом, и последняя петелька у нас с вами идет зеленым цветом. Так вот. Провяжите по этой схеме полностью так ряд. Так, следующий ряд мы вяжем с вами следующим образом. Начинаем с 4 петелек зеленым цветом. Раз, два, три и четыре. Потом мы с вами вяжем 3 петельки бежевым цветом. Раз, два, три. Потом опять 4 петельки зеленым цветом. Два, три, четыре. И последняя петля у нас с вами идет бежевым цветом. Вот так вот. Так, следующий ряд мы вяжем с вами следующим образом. Начинаем с 5 петелек зеленым цветом. 2, 3, 4, 5. Потом одну провязываем с вами бежевым цветом. Потом опять 5 петелек зеленым. 2, 3,
4 и 5. И последняя петля у нас с вами идет бежевым цветом. Вот так вот. Так, следующий ряд, мои дорогие, мы начинаем с вами с одной петельки бежевого цвета. Потом вяжем 4 петельки зеленым. 2, 3, 4. Потом одна петелька у нас с вами идет бежевым цветом. Потом опять 4 зеленым. 1, 2, 3, 4. Потом одна петелька у нас с вами идет бежевым цветом. И последняя петелька идет зеленым цветом. Аккуратненько подтягиваем. Видите, мы уже с вами, в принципе, заканчиваем первый наш цветочек. Провяжите так полностью ряд. Так, следующий ряд, мои дорогие, мы начинаем с вами с одной петельки зеленым цветом. Потом мы с вами вяжем одну петельку бежевым цветом. Потом две петельки зеленым. 1, 2. Потом три петельки мы вяжем с вами бежевым цветом. 1, 2, 3. Потом две петельки мы вяжем с вами зеленым цветом. Потом одну петельку мы вяжем с вами бежевым цветом. И последние две петли мы провязываем с вами зеленым цветом. Вот так вот. Так, следующий ряд мы провязываем с вами следующим образом. Начинаем с одной петельки зеленым цветом. Потом мы провязываем с вами 4 петельки бежевым цветом. Прошу прощения. Так, 1, 2, 3 и 4. Потом одну петельку мы провязываем зеленым цветом. Потом опять 4 провязываем бежевым. 2, 3 и 4. И оставшиеся 2 петельки мы провязываем с вами зеленым цветом. 1 и 2. Вот так вот. Так, следующий ряд у нас тоже своего рода небольшое чередование будет. Но начинаем с одной петельки зеленым цветом. Потом провязываем 3 петельки белым цветом. 1, 2, 3. Потом 3 петельки зеленым. 1, 2, 3. Потом опять 3 петельки бежевым. 1, 2, 3. И 2 последние петли мы с вами провязываем зеленым цветом. Потом опять, видите, опять начинаем с одной зеленой. И вот когда мы вместе вот так вот сопоставляем рисунок, у нас как бы 3 на 3 выходит. Вот. Провяжите так полностью ряд. Так, следующий ряд, мои дорогие, мы повторяем с вами точно так же, как и предыдущий. То есть просто идет повтор. Опять 1 зеленым цветом, 3 бежевым. 1, 2, 3. Потом 3 зеленым цветом. 1, 2, 3. 3 бежевым. 1, 2 и 3. И последние 2 петельки мы провязываем с вами зеленым цветом. Так, следующий ряд мы начинаем с вами с 4 петелек бежевого цвета. 1, 2, 3 и 4. Потом 3 петельки зеленым цветом. 1, 2, 3. Потом 4 петельки бежевым. 3 и 4. И последняя 1 петелька у нас с вами идет зеленым цветом. Вот так. Так, следующий ряд, мои дорогие, мы начинаем с вами с одной петельки бежевого цвета. Потом мы вяжем с вами 2 петельки зеленым цветом. Потом 1 петельку бежевым. Далее 3 петельки зеленым. 1, 2, 3. Потом 1 петельку мы вяжем с вами бежевым. Потом опять 2 петельки вяжем с вами зеленым. И оставшиеся 2 петли мы провязываем с вами бежевым цветом. Вот так вот. Так, следующий ряд, мои дорогие, мы начинаем с вами с 4 петелек зеленым цветом. Так. 1, 2, 3 и 4. Потом 1 провязываем с вами бежевым цветом, 1 зеленым, 1 бежевым. Потом опять 4 зеленым цветом. 1, 2, 3, 4. И последняя петелька у нас с вами идет бежевым цветом. Вот так вот. Так, подошли к следующему ряду. Здесь провязываем следующим образом. Начинаем с 5 петелек зеленым цветом. 2, 3, 4 и 5. Потом 1 провязываем бежевым цветом. Потом опять 5 зеленым цветом. 1, 2, 3, 4 и 5. И последняя петелька у нас с вами идет
бежевым цветом. Так, следующий ряд, мои дорогие, мы начинаем с вами с одной петельки бежевым цветом. Раз, потом провязываем 4 петельки зеленым цветом. 2, 3 и 4. Потом одна петелька у нас идет с вами опять бежевым цветом. Потом 4 петельки у нас с вами идут зеленым цветом. И последние 2 петли мы с вами провязываем бежевым цветом. Раз и два. Аккуратненько подтягиваем. И вот таким вот по этой схеме провязываем полностью ряд. Так, следующий ряд, мои дорогие, мы начинаем с вами с 3 петелек бежевым цветом. Раз, два, три. Потом провязываем одну зеленым цветом, одну бежевым, одну зеленым, одну бежевым, одну зеленым. И оставшиеся 4 петли мы с вами провязываем просто бежевым цветом. То есть как бы посередине у нас с вами должно быть 3 зеленым цветом. Остальные все бежевым. Так, следующий ряд, мои дорогие, мы начинаем с вами с одной петельки бежевого цвета, потом провязываем 4 петельки зеленым, 1, 2, 3, 4, потом опять одну бежевым цветом, 4 зеленым цветом, 1, 2, 3 и 4, и оставшиеся 2 петельки мы провязываем с вами бежевым цветом. Вот так вот. Так. Мы уже практически с вами подходим к концу, но продолжаем еще вязать, да? Итак, сейчас мы начинаем с вами ряд с 5 петелек зеленым цветом. 1, 2, 3, 4 и 5. Потом провязываем одну петельку бежевым цветом. Далее опять 5 петелек мы провязываем с вами зеленым цветом. 3, 4 и 5. И последняя петля у нас с вами идет бежевым цветом. Вот так вот. Так. Следующий ряд мы начинаем с вами с 4 петелек зеленым цветом. Провязываем 1, 2, 3, 4. Потом провязываем одну петельку бежевым цветом, одну петельку зеленым цветом, одну петельку бежевым. Потом опять 4 петли зеленым цветом. 2, 3 и 4. И последняя петля у нас с вами идет бежевым цветом. Вот так вот. Так. Следующий ряд, мои дорогие, мы начинаем с вами с одной петельки бежевым цветом. Потом провязываем 2 петельки зеленым. 1, 2. Потом одну петельку бежевым цветом. Далее провязываем 3 петельки зеленым цветом. 1, 2, 3. Потом одну петельку бежевым цветом. 2 петельки зеленым цветом. 1, 2. И оставшиеся 2 петли мы провязываем с вами бежевым цветом. Вот так вот. Так, следующий ряд мы провязываем с вами, начинаем с 4 петелек бежевым цветом. 1, 2, 3, 4. Потом провязываем 3 петельки зеленым цветом. 1, 2, 3. И оставшиеся 5 петелек мы просто все провязываем с вами бежевым цветом. Так, 1, 2, 3, 4 и 5. Вот так вот. Так, следующий ряд, мои дорогие, мы начинаем с вами с 2 петелек зеленого цвета. 1, 2. Потом 2 петельки бежевого цвета. Потом 3 петельки провязываем с вами зеленым цветом. 1, 2, 3. Потом 2 петельки провязываем бежевым. 1, 2. Одну петельку зеленым, и оставшиеся 2 петли мы провязываем с вами бежевым цветом. Вот так вот. Так, следующий ряд мы начинаем с вами с 2 петелек бежевым цветом. 1, 2. Потом провязываем одну петельку зеленым цветом, одну петельку бежевым цветом, 3 петельки зеленым. 1, 2, 3. Потом одну петельку опять бежевым цветом, одну петельку зеленым цветом. Потом нам нужно с вами провязать 2 петельки, вот эти, да, следующие, бежевым цветом. 1 и 2. И последняя петелька у нас с вами идет зеленым цветом. Вот так вот. Так, предпоследний ряд, мои дорогие, мы опять, будет здесь небольшое такое чередование, начинаем с 2 петелек бежевого цвета. 1, 2. Одна зеленым цветом, опять 2 бежевым, 1, 2, 1 зеленым,
2 бежевым, 1, 2, 1 зеленым цветом, потом 2 бежевым опять, 1, 2 и заканчиваем 1 зеленым цветом. Последний ряд, мои дорогие, мы вяжем с вами следующим образом. Начинаем с одной петельки бежевого цвета, потом мы вяжем с вами одну зеленым цветом. Далее до последних трех петель мы с вами вяжем все бежевым цветом. 1, 2. Так, 3, 4, 5, 6, 7. Потом 2 петли мы провязываем с вами зеленым цветом. 1, 2. И последняя петля мы провязываем с вами. Последнюю петлю, прошу прощения, мы провязываем с вами бежевым цветом. Вот. Вот так вот, мои дорогие, провязали мы с вами полностью наш раппорт. Вот что у нас с вами получилось. Вот такая вот красота. Надеюсь, вы довольны результатом. Вот так вот со всех сторон покажу вам. Мне очень понравился узор, и я думаю, что если вместо зеленого я бы использовала, например, какой-нибудь розовый, да, либо, ну, более какой-нибудь яркий цвет, то получилось вообще бы шикарно. Ну, вяжу тем, что есть. Итак, смотрите, сейчас, начиная с этого момента, я уже буду вывязывать, выходить на свою пяточку и на переднюю часть. Ну, в этом видео я не буду вам показывать полностью мастер-класс. Если вам нужны такие мастер-классы, дайте мне знать, я попробую как-нибудь связать вам полностью, показать, как я вяжу носок, да, вот от начала до конца. И в ближайшее время выйдет также мастер-класс, как я вывязываю подошву и пяточку, не теряя рисунка, да, то есть я возьму какой-нибудь жаккардовый рисунок и провяжу его полностью, да, чтобы показать вам, как я вывязываю уже вот после провязывания пятки, так, чтобы не потерять рисунок. А на этом все, мои дорогие. Я очень надеюсь, что вам понравился сегодняшний мастер-класс. Дайте знать в комментариях, если вдруг что-то непонятно. И я, как всегда, конечно, постараюсь каждому помочь. На этом все. Всем счастливо и всем хорошего вязания.